Выход на лед опасен. Об этом снова напоминают красногорцам, любителям зимней рыбалки, экстремальных ощущений или просто желающим сократить путь через реку. Даже несмотря на морозы и достаточно прочный лед, риск сохраняется, отмечают специалисты. Опасность представляет так называемая наледь, которая образовалась в связи с прыганием температуры, и на льду образовалась водяной покров толщиной достигает до 10 сантиметров и покрытый снегом. В воскресенье уже был такой случай. Несовершеннолетний житель города Москвы в пойме реки Москвы наступил на такую наледь и намочил ноги. В связи с тем, что не смог переобуться вовремя, получил обморожение ног. О скрытой угрозе жителям округа рассказывают еженедельно в течение всего периода ледостава. Проводят разъяснительную работу и раздают памятки с нехитрыми правилами безопасности. В этот раз мероприятие прошло на плотине реки Банька.